Kesinlikle burada. Пятка 1-11 там. Короче, скорая ДПС на месте. Три человека пострадавших осматриваются скорой. Зажатых нету. Взрослые, да, все пострадали? Взрослые, да. Так. Вы участник ДТП? Нет. Сейчас хочу знать. В вашем автомобиле сколько человек было? А? Мы вдвоем. Вдвоем были, да? Оп. Двое здесь. Так, сейчас дальше. Граната расплестала как. Здесь один человек был, да? Здесь один водитель пострадал. Катя, короче, это, три человека участники. А, было три, все пострадали. Ну да, да, туда. Состояние удовлетворительное? Не знаю. Знаешь, тяжело. Нет, тяжело. Это все-таки Омский или центральный район? Это Омский район. Омский район. Омский район. Спасибо. Все, аккумулятор разбитый. Да, головы тут нет. Сюда. Прямо сюда. Там расплетало, то есть вал. Жопу оторвало. Просто разорвало. Деньги, блин. Прикинь, сзади бы кто сидел, а? Как тут выжить можно было? Стоит такая камрюха или что это? Бита. Бить людей. Год выпуска какой? 9-й. Поехали. У вас получается двое, да, здесь было? Да. Пострадавший? Нет? Ну, жена. Руку что-то правую. Вы целый, полностью, ничего? А? О. Я вообще подушка головой сработала. Жалоб нету, да, на здоровье? Вообще ничего. Так, данные жены скажите мне. А что с машиной? Эвакуатор заказывайте как?
на эвакуатор и куда-нибудь тащите. Я не знаю, сейчас посмотрите, может куда-нибудь действительно на разбор вам ее. Занесло, да? Да уже обгон завершал и машину начала разворачивать. И боком встали, да? Ну, все вот здесь, у вас день рождения второго. Я думал, что это еще резко не было. Прикинь бы, кто сзади, если сидел, да? Ну, никого не было. Это все, все здесь, да, это все сразу. Ну, смотри, как водитель, если бы прям это, как так, блядь, да, оболочка. Ветер какой неприятный. Алло, там что получается? Камрюха, да? Это Камри 30, где-то год 2003. Сейчас он скажет. Здравствуйте. Женщину только повезете, да? Это женщина. А ваша фамилия? Давыдов. Какая бригада у вас? 632. 632. Куда повезете? Чё, зачем это СГМ? Вопрос. Что еще? Перелом верхней трети правого плеча. Возмещение идет. И рваная рана левой кисти. Все, спасибо. А, закрытая травма груди под вопросом. Ну надо будет что-то. У вас камбрюха какого года? Какого? 2002. Да. У вас ничего, голова хоть не кружится, остались? Не, у меня это... Посмотрите, сейчас уедут они. Не-не, я потом болею. Я головой-то не ударился. У меня даже подушка не дошла. У меня коленки, панель стирать. Женщина одна только поедет, короче. Да? Или потом сама приедет. А, ясно. А, сдернули мы на этом. На 15-й рабочие были. А, мы слышали. Пока доперлись. Пока доперлись до суда. Так, ну ладно, поедем и давай. Еще один стоит здесь под нами. Ну не проедет. Лошара что ли водитель? А здесь бы развернулся сразу же. Задние пассажиры пристегнуты были, мы там сидели были. Там бы я оставил. Оступился пацанчик, чего вы сразу заклевали его? Было от меня заступиться, да? Да. Сразу 2 часа на пост. Да. Зато видишь, как на всю жизнь запомнил сразу.